Хочу регрессию, с чего начинать? Итак, если вы решили записаться на сеанс регрессии, то какой порядок? Смотрите, как я провожу регрессию. Регрессия состоит минимум из 4 часов. Это ориентировочно, да? Что такое 4 часа? Сначала назначается первая встреча, 1 час. Она назначается для того, чтобы мы могли познакомиться, сформулировать запрос, то есть я что-то буду у вас прояснять. Мы этот запрос, если есть, хорошо, мы его перепроверяем. Если его нету, тогда мы его начинаем формулировать. Я рассказываю про побочные эффекты, какие стоит ожидать, что перед регрессией у вас будет происходить в жизни, очень большая вероятность, что после будет происходить, да, и как быть к этому готовым. Я рассказываю про ситуации, в которых нельзя проводить регрессию, да, то есть я буду прояснять какие-то моменты про вас, про вашу жизнь, про ваше здоровье, да. Дальше, то есть это идет, вот первый час, он идет такой подготовительный, ознакомительный, плюс он очень важен для того, чтобы сформировать немножко безопасность, потому что вот вероятность того, погружается человек или не погружается в следующее, ну, в следующую вторую встречу, да, вот само погружение, которое, да, оно очень зависит от того, а насколько мне безопасно рядом с этим психологом или рядом с этим регрессологом. И поэтому здесь нужно время. Вот очень многие люди пытаются газануть в этом моменте. Нет, мне сразу вот первую, вторую встречу, я там все могу и сразу. Вот нет, то есть вероятность срыва здесь очень сильно вы сами будете увеличивать. Поэтому вот я первую и вторую встречу, знакомство и погружение провожу в разные встречи. А разрыв между по дням, между ними можно ставить небольшой, можно там и 2-3 дня. То есть в идеале это неделя, но в принципе и 2-3 дня между первой и второй встречей разрыв в принципе уже допустим. Итак, первая встреча, час, знакомимся. Это знакомимся, запрос, побочные эффекты и так далее, и так далее. Эта встреча оплачивается так же, как и все остальные часы, да, то есть каждый час работы у меня стоит одинаково. Раз. В конце этого первого часа вы для себя еще раз перепринимаете решение, так, а мне точно, я точно этого хочу или нет, а точно ли я доверяю данному регрессологу, хочу ли я с ним работать, то есть понятно, непонятно, страшно, не страшно, то есть ну, вы еще раз перепроверяете себя, и я точно решаю о том, что буду я работать с этим запросом конкретно по регрессии или нет, или может быть там в регрессии вообще делать нечего, может быть там это обычная психотерапия или не знаю еще какой специалист, да, мало ли как бывает, то есть вот первый час такой. Завершили. Затем назначается вторая встреча. Вторая встреча – это идет само погружение. Оно обычно в 90 с лишним процентов вариантах идет двухчасовое. То есть это стандартные 2 часа. Если для вас вопрос финансовой экономии актуален, нормально, берите 2 часа. Если для вас вопрос финансов, он как-то вообще мало интересен, тогда здесь вот можно взять 3 часа. Для того, чтобы было точное время для ассимиляции, для доосознавания, так, а что я сейчас посмотрела, что это было, то есть вот там немножко такое расторможенное состояние, и чтобы до конца прийти в себя, да, для того, чтобы, может быть, где-то досмотреть. Не всегда успеваем во вторую встречу посмотреть все полностью, сделать все процедуры, которые необходимы, и нам приходится на третью завершающую встречу иногда еще делать до погружения. Поэтому, если вопрос по финансам не сильно обостренно стоит, тогда можно брать вот в это погружение 3 часа. Итак, что происходит? То есть это основная часть. Вторая встреча, она такая основная, самая, вот самая-самая-самая важная, да? Я обычно рекомендую между первой и второй встречей еще прочитать книгу. Я написала книгу 12 плюс 13 про регрессии, то есть конкретно ситуации клиента, какие, что там, как бывает. То есть у вас просто очень большое количество вопросов может, ну, отпасть, да. То есть мне-то не вопрос отвечать, мне нормально отвечать на любые ваши вопросы, но то, что там книги вы прочитаете за 5 часов, 5 часов консультации, они намного дороже, чем 5 часов прочитать книгу, да. Книгу вы можете приобрести электронный вариант на Литресе, либо у меня там через Инстаграм, он стоит там 200 рублей, да. Можете приобрести бумажный вариант книги, если вы любите запах бумаги и потрогать ее руками. А бумажный вариант стоит 500 рублей, он продается либо в Инстаграме через мою страничку, да, по почте отправляется, либо в Озоне 700 рублей, то есть в любом случае цена там достаточно символичная, да, относительно цены регрессии. У вас появится очень много чего понимания, что ожидать, как это проходит, а как о других, а какие сбои, а почему у кого не получается, сколько процент не получается, из-за чего и что дальше. То есть очень много вопросов у вас сразу завершится. Итак, допустим, вторая встреча у вас проведена.
Что дальше? Само погружение. После второй встречи назначается третья завершающая встреча для того, чтобы внутри... Во-первых, мы на последней завершающей встрече, она обычно 1 час, мы первое доделаем все, что не успели в погружении, если не успели. Второе, даже если успели все и замечательно, мы там делаем некоторые процедуры, там перепись контракта, разрыв канатов, поиск кармических связей. В общем, не буду сейчас грузить какими-то странными словами. То есть на третью завершающую встречу важно, знаете, как вот... Не знаю, пришли к хирургу, операцию сделали, а через неделю пришли на перевязку посмотреть, а все нормально, а все прошло хорошо, а как твой этот опыт про прошлое воплощение, как он вошел в эту жизнь, вошел или не вошел, то есть вот как оно, то есть ассимиляция это называется, да, в психологии. Это завершающая, вот эта третья встреча. Как правило, она 1 час. Вот разрыв между второй и третьей встречей важно брать не менее недели. Больше можно брать. Иногда там и вот человек куда-то уезжает, еще что-то. Иногда там месяц между этими консультациями. Здесь ничего особенно страшного нету. Но меньше недели нежелательно, потому что там еще не будет понятно, как у вас это в жизнь вошло. Потому что вы когда с новым опытом, уже после погружения, начинаете заново общаться с людьми, заново ходить на работу, заново смотреть на этот мир, то есть и там немножко мировосприятие другое. И если будет меньше недели, то, ну, как правило, недостаточно времени, чтобы, ну, вот, понять, как мне теперь вот с этим новым опытом жить, да. Более подробно пишите, звоните в комментариях, пишите по WhatsApp.